Слушай, у нас сегодня вообще супер повод, почему мы с тобой созвонились. Потому что у тебя выходит клип. Ребят, Никоглай снял клип. Ну вот скажи, он же офигенный. Ну, да, он ёбнутый. Он ёбнутый. А там, смотри, тёлки там есть? Конечно, нет. В смысле, конечно, нет? Ну, какие тёлки могут быть в моём музыкальном произведении, блядь? Окей, что там, бабки есть? Вот так вот ты там делаешь? Нет, ни бабок, ни тёлок, ни машин, ничего там нет. А ты точно рэпер тогда? Я рэпер, это просто песня про любовь. Там песня поётся о любви. Давай строчку хотя бы зачитай, ты же рэпер. Ну, зачитать одну строчку оттуда из трека? Ну, там просто так. Ульяна, ты губчак, я бы дал тебе под губу, накинул тебе на рот, а потом... Ну, короче, это так, на припеве. Типа. А ты знаешь, что у меня вообще очень ревнивый мужик, и он за тобой выехал. Ой, уже. А у меня, типа, дверь все равно на два замка закрывается. Ладно, я угораю.